Всем привет, ребята! Вы на канале Савель ТВ. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт, который называется Майнкрафт 3. Да, скачивайте Майнкрафт, потому что я вам расскажу о моей многопользовательской игре. Игра многопользовательская у меня есть. Поэтому заходите и играйте. Я вам покажу, какая у меня многопользовательская игра. У меня-то, вы знаете, какая версия? 1.0.0. Вот это такая версия. Ну ладно, я вам показываю теперь мой мир. Мой мир многопользовательский. Если кто хочет, тот и заходит. Типа, вот он, да, это он. Где? Все, я вам показываю. Это мой мир, видите? Тут вот такая вот окружность. И дальше тут вот такие вот вещи, понятно? Там есть много алмазиков. Короче, блоки разные. И вы заходите на этот сервер и будете как про. Я еще сейчас броню буду раздавать. Динамит это просто так. Так, ребята. Ладно, что-то я за это того, ой, случайно нажал. О, вот штанишки, ботиночки и все, кидаю их. Да, вот, легко кидать. Я вам показываю, как кидать. Как раз еще те вещи, которые про. Ну, вот такие вот вещи. Заходите, играйте, я там буду. У меня, если что, скин Стива, я вам сам могу показать моими же настройками. Я вам показываю, как можно еще посмотреть себя с другой стороны. Вы знаете как? А я знаю. Если что, пишите в комментарии, знаете? А я буду играть из лица. Вот я вам сейчас показываю, какой у меня скин. А, нет. Я просто думал, что у меня сначала скин был Стива, а потом хоп, и Херобрин. Ну, я, короче, Херобрин. Вы сами поняли. Я случайно сказал Стив,